Ну, дорогие земляки, мы сегодня 8 марта. Я посетил этот торговый центр. Ажиотаж здесь такая. Столько людей, праздник. Все люди тут радуются. Посмотрите, сколько народу. 8 марта. Полный зал, смотрите. Сколько людей. Заполненный. Международный женский день. 8 марта. Вот. Поднимемся с вами. Во. Тут вот ансамбль, вокально-инструментальный ансамбль, песни играет. Ярмарка прям. Машинально. Вот так. Подойдет, не подойдет. Вот так вот штука. Народу больше, чем людей. Такой вот праздничный ажиотаж. Поздравляю тоже всех джамбульских женщин тарасских с этим женским вашим днем. Желаю вам здоровья и успехов во всем. Ну ладно.